Эй, йоу, привет, меня зовут Павел Абастов, и это новое прохождение игры Tomb Raider 2013 года. В этой серии нам предстоит отправиться вглубь этого берега печали, пройти его на 100%, ну, желательно, и расхитить какую-нибудь из гробниц, эту или ту, и, само собой, найти карты сокровищ, которые спрятаны, скорее всего, в этих гробницах. В общем, ты все увидишь. А для начала давай-ка спустимся в самый низ. Погнали. Shift. Прыжок. Е. Погнали. Лезем, лезем, лезем. Я так полагаю, тут будет сейчас какая-то заруба, потому что, ну, мне очень сильно кажется, что сейчас так будет. А может и нет. Так, да? Угу. Я понял, я понял. Давай-ка осмотримся вообще для начала. Мало ли, что мы упускаем. Да, что я уже... сказали? Что там происходит? Эта баба освободила пленников и положила всю охрану. Что, серьезно? Да кто она такая? Это я. Говорят, с последнего корабля. Она убила Владимира Владимировича. Что? Она убила русского? И ни одного Дмитрия Анатольевича. Я из России просто. Ничего себе. Борису уже сообщили? Он сейчас Борис работает есть? На том корабле, на котором она прибыла. Так что нет. Когда он узнает, что братья погибли. Хорошо, что я не с его командой. У этого бычара на всю крышу съедет. Ну, давай-ка сейчас мы вас порешаем всех. По-тихому. Помогите мне! Ну, ты... Прикольно, слушай. То есть огонь, радиус поражения еще больше. Мне это нравится. Так. В смысле, ты не умер? Алло, опять. Все, минус. Так вот потихонечку и справляемся с этими неудачниками. Так. Давай-ка дробь наденем, потому что как бы, ну, нифига себе, мы гранату получили какую-то. Так. Очки. Привет. А куда она, интересно, дойдет, этот ящик? Ну ладно, не суть. Давай погнали дальше. Полезно. Хорошо. Куда ящик упал? Мне вот очень интересно. Секунду. Ящик. А, так он на берегу, я понял. Хорошо, ладно. Мы туда еще вернемся. Давай наверх погнали. Тихонечко полезли. Чтоб никого не отвлекать там и так далее. Е. Нифига. Е. Сейчас мы их тихонечко обойдем, если тут кто-то еще вообще остался. Их всех порешаем. Угу. Я понял, ладно. Хорошо. Так, особое место. Это все понятно, это все замечательно, это все хорошо. Давай смотреть мины, потому что мне мины больше волнуют. Потому что их тут очень много, их надо все найти. Так. Угу. Так, ну это мы туда вернемся. Секунду, нам пока туда не надо. Нам надо вниз. Так. Нифига тут алкаш какой-то жил, походу. Секунду. Да. Так, а тут что у нас? Ну-ка. О, получено достижение, археолог. Что случилось с детьми? Ну, не знаю. Коко? Еще одно имя, выцарапанное на дереве. Коко. Откуда ты знаешь, что это дети? Может, это какой-нибудь ненормальный? Секунду, секунду. Меня больше интересует, знаешь, что меня больше интересует? А как нам спуститься пониже? Воу, аккуратней. Секунду. Секунду. Мы умрем, если туда спрыгнем, мне интересно, или нет? Так. Ага, ну походу как-то отсюда можем пройти, скорее всего, да? Ну ладно, пройдем, пройдем. Ладно, погнали. Не хочется просто на одном месте задерживаться долго. Поэтому погнали. Наверх. Секунду. Наверх. В смысле ты не лезешь? Алло, наверх, я сказал. Все. Сейчас прыжок веры, да? Спейс. Воу. Скажем охране. Не,
не беспокойся. Мы скажем, что он сам прыгнул, но ты его застрелил. Не бери в голову. Они ведь даже тело не найдут. Черт побери, брат. Почему ты это сделал? А почему он не заткнулся? Да, послушай. Он меня достал. Императрица то, императрица это. Все эти молитвы и песнопения. Я просто не выдержу. Достаточно было врезать ему. Говорю, сорвался. Это место плохо на меня действует. Да, но теперь ты должен молчать. Главное, ты сам не болтай лишнего. Да, да. Что, типа все? Я думаю, вы перестреляете друг друга. Так, ну этого мы по-любому завалим. Давай вот этого. Он тоже так стоит. Неровно. Минус. Все, минус. Не падайте, только не падайте, не падай, не падай, не па... Как я вас искать потом буду, а? Да, он, блин. Стоп, а что за место? Тайник. Это хорошо. И гробница тут рядом, да? Угу. Тайник внизу, да? Стоп, а мы сможем назад вернуться? Мне вот интересно, ну-ка. Так, тайник. Тайник взяли. Так, это походу, что... Нет, не отсюда. Я понял. Секунду. А тут что? Привет. Хорошо, хорошо. Мне это нравится. Очень нравится. Так. Вот интересно, если я туда спрыгну, я не умру? Давай попробуем. Вроде бы не умер. Так. Привет. А где второй твой приятель? Ну ладно. Хорошо, ладно. Секунда, тут что-нибудь есть? Нет, тут просто такая жердочка, типа, да? Угу. Так, 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 так. Куда же нам отправиться? Секунда. Тут есть тайник где-то. Он где-то под нами, да? Секунда. Аккуратно, 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 аккуратно. Где тайник? Еще ниже, что ли? В смысле, это где? Не, ну я туда не пойду. Потом пойду, по крайней мере. Он что-то слишком глубоко. Что у нас по карте еще? Тайник тут. Хорошо, артефакт. Давай артефакт посмотрим, где он. Ага, я понял, ладно. Погнали за артефакт. Вперед, пошли! Да никого тут нету. Че, вот бессмертный, что ли, не пойму, алё. Все? Все, че? Не, они какие-то девочки вообще. Не умеют даже драться, сражаться. Так. Давай вообще смотреть, что тут есть. Осмотримся. Опачки, привет. Ты тоже это видишь, да? Секунду. О, нет, 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 нет! Ну как так ты? Ну, ё-моё. Мне даже самому смешно и хочется немножко плакать, если честно. Потому что, ну блин, такое себе. Я вообще что предлагаю? Я предлагаю отсюда выстрелить, чтоб, ну, потом уже ничего не делать. Секунду, мы это не сделаем. А, так оно не долетает. Секунду. Вообще, стопэ. Я по-другому предлагаю. Ты знаешь, что предлагаю? Я предлагаю спуститься. А то мы больно много всего упускаем. Очень много упускаем. Так, ты сможешь спуститься? В смысле? Какой звук был? Аккуратно. Так. Аккуратно, аккуратно. Все, супер. Так. Угу. Тихонечко. Замечательно. Да чё ты? Давай спускайся. Так, все. Замечательно. Что вообще я предлагаю? Я предлагаю всю эту штуку осмотреть, потому что мы многое упускаем, реально многое. Вот, например, запчасти, видишь, в усилии мы. Ну
Воу, там войнушки какие-то, походу, без моего ведома. В смысле? Дядь. А интересно, вот так можно? Воу. Ну, я попытался. Ладно, что-то еще есть. Так. Хорошо. Тут где-то мина еще была, да? Где-то здесь, вот она. Так, хорошо. Мину потихонечку уничтожаем. Карта обновлена, особо. Стоп, я вот этих чувачков замочу. Это что-то они меня напрягают немножко. У меня еще патроны кончаются. Так, стоп, карта обновлена. Где это новое место? Вот тут, это тайник. Хорошо, где он? Как сюда добраться? Вот это вопрос. Может как-нибудь так? Нет. Опачки. Секунду. Секунду. Как-то... Можно, да? Стоп, стоп. Я заберусь сюда, я заберусь. Секунду. Так. Ну что с тобой не так, а? Ну ё-моё, прыгай давай. Прыжок. Секунду. Ясно. Тяжело. Сложно. Я подумаю, как еще сюда можно добраться. Как-то же можно, по-любому. Может, как-то по камням, по этим, я не знаю. Опачки. Привет. Еще одна мина. Видишь, да? Так. Мины потихонечку уничтожаются. Это хорошо. Очень хорошо. У меня другой вопрос. Как сюда добраться? Давай осмотрим все хорошенько. Еще карта обновлена. Еще тут тайник где-то есть, да? Ага, вот он где-то здесь. Видишь, как оно происходит? О, сколько патронов, замечательно. Как раз мне патроны нужны были. И тайник. Давай перезарядимся сразу. Ну все равно, нам этих патронов, конечно, не хватит надолго. Давай думать лучше, как сюда нам попасть. Так. Ну, давай посмотрим, как бы. Вдруг получится отсюда. Так. Тихонечко. Отсюда. Нет, но отсюда нам никак не пробраться. Может еще как-то сверху? Фиг его знает. Секунду. Так. Как туда добраться? Очень интересно мне. Может отсюда как-нибудь? Секунду. Так. Походу да. Походу да. Так. Броненосец наш. А может и нет. Не, мне кажется, если отсюда прыгну, я умру. Это стопудово, прям тут к бабке не ходи. Я что-то не хочу даже рисковать, если честно. Секунду. Я. И шип. Воу. Давай думать. Нам потому что нужно этот тайник. Запрыгнуть можем? Нет, не сможем. Так. Секунду. А отсюда можно? Что-то было, секунду. Не, ну мы не допрыгиваем, тупо не допрыгиваем. Вот зачем-то же эта штука нужна? Секунду. Давай еще подумаем, как сюда добраться нам. Там потому что тайник и еще что-то есть ведь. Может добежать так? Прыжок? Нет. Мы не допрыгнем.
Не, надо другие какие-то варианты пробовать, потому что как бы, ну... Секунду. Секунду, а вот так. Опачки, что-то было. Нет, ты что тут будешь делать? Тяжело, сложно, очень сложно. Секунду, еще раз пробуем. Раз. Так, все, мы тут. Как нам дальше сюда залезть? Мне вот интересно. Я так полагаю, как-то мы вот так да сможем. Да, 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 да. Аллилуйя. Мы нашли тайник. Мы получили опыт, и у нас все замечательно. Теперь мы можем дальше туда идти. Погнали? Вообще замечательно. Видишь, как все происходит? Так. Что тут? Привет. Так. Новое место. Вот тайник еще один. Видишь, как круто. Потихонечку все находим. Так. Привет. Опачки, а вот и еще одна мина, видишь? Все, еще нам осталось одну мину найти. Испытание мы пройдем. Замечательно. Что тут есть? Не, ну мина по-любому где-нибудь около воды будет. Опачки. Так. Замечательно. Замечательно. Так. Привет. Давай смотримся. Ну тут, в принципе, ничего уже нет. Мы тут все уже обошли, все осмотрели. Теперь нам надо возвращаться, ну, назад, короче. Потому что, как бы, все мы прошли. Поэтому погнали. Чтобы не тормозить, сейчас все быстренько мы сделаем. Так. Хорошо. Видишь, как у нас все получается прекрасно. Прыжок. Еще раз прыжок. Погнали. Так. И сюда, я так полагаю, да? Круто. Стопы. Секундочку. Ты тоже это видишь, да? Или я один это вижу? Секундочку. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Или я один это вижу? Привет. А вот и могилка. Дольменчик. Так. А вот и мы еще один дольмен нашли. Вообще замечательно. Видишь, как оно круто. Потихонечку мы все находим. То есть нам осталось еще одну бомбу взорвать и два дольмена найти. Ну и гробницы. Ну гробница это фигня. Ну остальное тоже фигня. Погнали, погнали. Так, отсюда мы пройдем, интересно, или нет? Скорее всего, нет. Поэтому давай заново прыгать. Я надеюсь, тебе не скучно это смотреть. Ну, реально. Я тоже стараюсь, прохожу, делаю какой-то качественный контент специально для тебя. Специально для тебя. Прыжок. Еще раз прыжок. Погнали. Так. Ползи, 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 давай, погнали. Мне вот интересно, секундочку. Мало ли, может тут еще последняя мина где-то запрятана. Все потому, что может быть. Не хочется ничего. Пускать, привет, 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 моя хорошая. Аллилуйя, мы прошли испытание разминирования. Я реально знал. Офигеть. Блин, как же мне настроение это подняло. Офигенно. То есть, по сути, дольменчик, скорее всего, может быть где-то на том острове, на той части. Но мы туда еще вернемся, поэтому я не переживаю. Ну, все будет у нас. Поэтому давай проходим игру дальше со спокойной душой, так сказать. Ну, ладно, хорошо. Черт, что мы скажем? Помогите мне! В смысле, помогите? Ты что орешь? Я не понял.
горишь, блядь? В смысле, ты бессмертный, что ли? Алло? Вроде бы нет. Чё ты орёшь, ты же умер уже. Так. А что это такое у нас? Ну-ка. Открываем. Тайная гробница рядом. Ну-ка. Так, а вот артефакт, да? Я так полагаю. 500 опыта, нифига. Это что за артефакт? Какой крутой мы нашли. А вот это сделали поудобнее. Ну, это еще один подголовник, ничего интересного. Секунду. Секунду. Тут, походу, гробница, да? Я так полагаю. Так, давай дробь возьмем на всякий случай. О, там бездна целая. Секунду. Там карта сокровищ. А вот тут вот. Тут патроны. И шкафчик, да? Я понял. Я понял. Так, запчасти нашли. Замечательно. Вообще супер. Погнали туда. Там, скорее всего, лагерь будет. Я так думаю. А лагерь это хорошо. Так. Ну, заранее взорвем, мало ли. Тихонечко. Так. Спокойно. Ну, погнали наверх. Что тут у нас? Типа форта, да, было что-то? Угу, я понял. Так. Карта обновлена. Что за особое место? Давай-ка возьмем это особое место. Капец, тут форт, да? Целый. Тут, походу, оружие... Ну, орудие было какое-то, походу, военное. Которое крутилось. Так. Привет, опыт. И привет, запчасти. А тут у нас... А тут у нас находится... Фотография двух девочек. Это бумажник их отца. Имена на фотографии. Милли и Коко. Я нашла их игрушки. Что случилось с этой семьей? Я понял. Значит, где-то дети есть, походу, да? Скорее всего. Ну, их спасем тоже, если найдем. Почему нет? Почки, привет. Е-е-е. Так. Запчасти. Секунду. Угу. Такие туннели страшные. Никогда не любил. Хоррор всегда такие туннели, блин. Кстати, надо будет какой-нибудь хоррор какой-нибудь пройти. Если хочешь, чтобы я прошел, напиши в комментариях. Я посмотрю, может, что-нибудь пройду на этом канале. Почему нет? Так. Тайная гробница, затопленный тайник. И давай-ка мы сейчас пройдем в лагерь. Так, карабин, модификация оружия. Автомат в карабин. Хорошо, теперь у нас появился карабин. Угу, продолжим. И мы, походу, сможем улучшить его. Давай сначала остальные посмотрим. 7 из 7. 7 из 7, 1 из 1, 8 из 8. Все, давай карабин улучшать. Что мы можем сделать? Нифига. Гранатомет и осколочный, нифига. Граната при взрыве выбрасывает шрапнель и радиус поражения заметно увеличивается. Давай, почему нет? Шикарно, блин. Осколочный гранат теперь у нас есть. Что еще есть? Так, изменение нарезов. Изменение нарезов ствола повышает скорость пули и наносимый урон. Качаем. Так. Так. Оптический прицел. Увеличивает масштаб прицела при стрельбе на дальней дистанции. Нажмите Z. О, то есть это снайперка, прикинь. Круто. А что еще есть? Давай сначала это улучшим. Нажмите Z. Надо запомнить, что Z нажимать. Так, и глушитель. Выстрелы еле слышны, урон меньше. Нажмите 4, чтобы переключиться на бесшумный режим. Да, 4, я понял. Хорошо. Хорошо. Погнали. О, получено достижение. Теперь все серьезно. То есть мы, походу, улучшили полностью оружие одно какое-то. Да, винтовка, видишь, у нас на 100%. То есть остальные там по 80 у нас. По 78, по 70. А винтовка на 100%. Это круто, на самом деле. Вообще замечательно. Так.
Хорошо, а я предлагаю на этом серию закончить. В следующей серии мы пройдем вот эту вот тайную гробницу, найдем карту сокровищ и пройдем локацию Берег Печали дальше, надеюсь, на 100%. Поэтому прямо сейчас поддержи меня своим царским лайком, напиши в комментарии, как тебе выпуск, как тебе серия. И я с тобой прощаюсь, с тобой был я, Павел Абасов. Еще увидимся и пока-пока.